Всем привет! Теперь давайте пройдем вторую часть игры «Братья-пилоты». Дело о серийном маньяке. Предыстория тут такова, что вот шеф с коллегой играют в шахматы против шашек, а в этот момент кто-то похищает кота по кличке Мышьяк. Тот самый кот, который постоянно путался под ногами в первой части. Свидетель, шеф! Что будем делать? Единственный свидетель — мышь обыкновенная. Будем брать. Испугалась и убежала. И нам предстоит ее поймать, чтобы узнать, кто похитил кота. Итак, вот первая локация. Сразу хватаем все предметы, какие только можно. Ничего не понимаю. Немытый. С горчицей. Мышь прокатывается по столу и убегает, а нам нужно ее поймать. Для этого будем конструировать ловушку. Нормальную, по всем законам данной вселенной. Грызунам. Киска? Грызуны? С маслом? Как видим, кота похитило то самое создание, которое продавало мышей. Но пока у нас не было улик против него. А теперь давайте как раз составлять фоторобот подозреваемого, чтобы мышь его опознала. Приступим к опознанию. Довольно раздражающий момент. Шеф переключает слайды, а коллега автоматически переключает другие, что очень раздражает. Итак, нам нужно собрать вот эту синюю тварь. Поехали. Клетчатый. Нет, не так. Нет, не так. Клетчатый. 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 Нет, не так. Клетчатый. Нет, не так. Нет, не так. Нет, не так.
На несколько секунд опоздали. Знакомый сторож валяется бухой. Скорее всего, его турнули с работы из зоопарка. Ведь и слона украли в первой части, которого он был обязан охранять. Плюс еще и взятки берет. Вот и остался без работы. Наверное. Давно сидим? Покажем ему фотку подозреваемого. Может быть, поможет. Узнаете? Ага. Пока не бухнет, говорить не хочет. Придется добыть ему пиво. Ничего не понимаю. А ну назад! Лишнего ноли-то! Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. На все! На 4 литра! Ничего не понимаю. Столько заморочек из-за лишнего литра, хотя проще было вынести на 1 литр меньше. На вокзал побег изверг. Куды? А вот вокзалы в этой вселенной очень похожи на настоящие. Тупые охранники, турникеты. Касса, как всегда, закрыта.
Сплошной беспредел. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Обед. Алло, алло! Алло, алло! Перезвоните! Что будем делать, шеф? Догонять! Теперь нам нужно догнать поезд. Для этого надо поймать брошенный зонтик и им зацепиться. Go. Go. Go.
Ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
Готов, шеф? Поехали! Ничего не понимаю. Проветрим. Делаем хитроумную ловушку и спасем кота. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Жуки пошли. Проветрим. Попал. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну вот и все, игра пройдена, кота спасли и несем его домой. Игра короткая, но интересная. Всем спасибо.